Расскажи, пожалуйста, о книге «Салон Санта-Муэрте» Виктора Волкера. Книга Виктора Волкера «Салон Санта-Муэрте» – это мистическая и философская история, погружающая читателя в атмосферу мексиканских традиций, связанных с культом Санта-Муэрте, смерти. Главный герой оказывается вовлечен в события, происходящие вокруг загадочного салона, связанного с этой фигурой, символизирующей смерть и почитаемой в Мексике. Сюжет строится на переплетении реальности и сверхъестественного, где смерть предстает не только как конец жизни, но и как важная часть духовного пути. В книге поднимаются вопросы о жизни и смерти, смысле существования и человеческих страхах перед неизбежным. Мистика и символизм играют ключевую роль в развитии сюжета, заставляя героев и читателей размышлять над глубокими философскими темами. Этот роман подойдет тем, кто интересуется темами жизни, смерти, мистики и духовных поисков, а также культурой Мексики, в которой Санта-Муэрте имеет особое значение.